В АЛЛАТРе в декабре этого года должна открыться обновленная детская поликлиника. Сейчас в ней идет капитальный ремонт. С ходом работы ознакомился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Строители обновят фасад здания, будут отремонтированы водопровод, канализация, система вентиляции. Также здесь заменят двери и светильники, выполнят внутреннюю отделку и обустроят помещение для детских колясок. Михаил Игнатьев пообщался с пациентами АЛЛАТРской районной больницы, к которой относится поликлиника. Поинтересовался, хватает ли здесь докторов. Сейчас в учреждении решают вопрос с привлечением специалистов. В следующем году здесь появятся 2 терапевта и 1 педиатр. Кроме того, заключены 14 договоров о целевом обучении студентов, которые в будущем придут сюда на работу. Общение с аллаторцами глава Чувашии продолжил во дворах города, где сейчас также идут ремонтные работы. До конца года должны обновить 8 дворовых территорий. Рядом с 2 домами на улице Московской заасфальтированы проезды, парковки, отремонтирован тротуар, начаты работы по установке детской и спортивной площадок. Новые парковки и тротуары уже появились и во дворах на улице Ленина. Здесь жительница одного из домов, мама 3 детей, обратилась к главе Чувашии с просьбой. Вот асфальт сделан хороший, но вот у нас очень много детей во дворе. Сейчас машины ездят быстро. Лежачие подстилки нельзя положить. Ну, я думаю, что пожелание правильное. Если мама 3 детей поднимает такой вопрос, мы учтем это. И при прохождении с последующим экспертизой эти все варианты будем учитывать и будем предусматривать. Я думаю, и что здесь, это и вот в том дворе. Это регламенты, стандарты надо своим приказом утвердить. Хорошо. И для всех это должна быть норма. Иначе мы постоянно будем сталкиваться. Решить вопрос с установкой лежачего полицейского в этом дворе городские власти пообещали в ближайшее время. Михаил Игнатьев призвал жителей осуществлять общественный контроль за ходом ремонта, чтобы после его завершения возникало меньше замечаний. В целом по республике в этом году будет благоустроено 250 дворов и 30 общественных территорий.